привет. Возвращаясь в Паттайю, я не могу не посетить известный рынок Вонгтон. Это рынок растений, который открывается каждую субботу и воскресенье. Он находится напротив госпиталя Бангкока и за парком Мини-Сиам. Вот начало рынка, пойдем посмотрим. Этот рынок расположен на трассе Сукумвит. С района Наклуа до него можно найти пешком минут за 20, в пути 2 км минимум в один конец. Не забывайте о приложении карты от Google. В самом начале находятся орхидеи. Большое количество. Дословно, Клонгтон переводится как канал черненых украшений. Раньше в Бангкоке так назывался крупный рынок. Он располагался на канале, где продавались ювелирные изделия. Бонсай. Из разных видов растений. Даже животные продаются, птицы. Горшки для растений. Магнолия белая. Кустики красивые. Вот это я не знаю, но пахнет обалдеть. Огромный цветок. Кактусы все красивые. Конец первого ряда. Уже уличные растения. Здесь можно покушать. Мини-столовая под открытым небом. Такая рассада. Такие домашние растения для нас. Фигурки для мини-садиков. Тадениумы. В самом лучшем цвете, но тут вышло. Такая рассада еще есть. Какие-то лимоциды, смотрите, маленькие. Тут лимоны. Прелесть. Цветы зацветают даже. И вот ручки. А вот. И красивый бонсай, смотрите, кто цветет. Вот это вообще просто пестрые листья. Рассада папайи, баклажанов, перцев, огурцов, перца всякого разного. А вот такие шикарные дыни. Буйство красок, которые сделали из бугенвиллия, полированные сверху, да и снизу тут тоже адениум. Даже есть рыбный ряд, аквариумные рыбки. Товарищи вылавливают рыбок. Водяная лилия. Кактусы 6 на 1000 тенге. Эти суккуленты подороже. Помните собачку? Она уже была у нас в кадре в одном из фильмов. Это уже рассада деревьев. Мангустин, манго, папайя и другие. Что ж красивое такое. А это петушки миниатюрные. Тайская роза. А там уже пальмы продаются и большие деревья на первом плане, даже с плодами. Тут аж мурашки по коже, шикарная мебель из бетона.
Качество обалдеть. Вообще вид рынка. Один из рядов. Франжипани. Миниатюрная, супер. Мне кажется, это, может, форма такая миниатюрная. Франжипани красивая. Он какой цветок, необыкновенный. Орхидея зеленого цвета. Надеюсь, вам экскурсия небольшая понравилась по этому рынку. Я хочу похвастаться тем, что я купил нано бугенвиллию двух цветов в одном горшке. Всего за 1000 тенге вот этот кустик. И опять же на 1000 тенге я взял себе 6 суккулентов. Вот. Выбор большой, я сделал такой выбор. Решил в этот раз много не брать. И сейчас будут вопросы по поводу, как найти этот рынок и какие примерно тут цены, я отвечу вам с удовольствием. Пишите, задавайте вопросы. До новых встреч!